Посол Украины во Франции Вадим Амельченко заявил 27 января в эфире французского телеканала, что западные страны пообещали Киеву 321 танк для противостояния российской армии. Об этом он сообщил во время эфира на французском телеканале BFM TV. Сегодня многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку Украине 321 танка, заявил дипломат в эфире. В то же время Вадим Амельченко сообщил, что получить технику быстро вряд ли удастся. Что касается сроков доставки, то они в каждом конкретном случае разные, подчеркнул Амельченко. Он пояснил, что перегруппировка, отправка и подготовка украинских военных к использованию западных танков все-таки должна длиться несколько месяцев. Некоторым странам нужно выполнять техническое обслуживание, другие решают логистику, третьи ждут получения других моделей, чтобы дать те, которые они дают, пояснил посол. Так, например, Министерство обороны Испании планирует отремонтировать свои «Леопард 2А4», которые должны отправить в Украину за 3 месяца. Танки должны пройти длительный процесс расконсервации и ремонта, поскольку они долго были без обслуживания. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Раблес в комментарии журналистам. В Сарагосе хранятся танки «Леопард 2А4», которые уже давно не используются, и мы собираемся проверить, какие из них могут быть введены в эксплуатацию для передачи Украине, рассказала она. По словам Раблес, точное количество танков, которые отправятся в Украину, будет определено по итогам консультаций со странами-партнерами. В Сарагосе армия Испании держит на хранении 53 из имеющихся 108 танков «Леопард 2А4», которые были арендованы у Германии в 1998 году и позже приобретены в 2006 за 17 миллионов евро. Спасибо за просмотр. Слава Украине!